Друзья, всем доброго здравия. С вами Тихий Уголок в нашей деревне. Сегодня видео будет ни о чем, но будет о наших пернатых. Так что смотрите. Вы знаете, очень сильная жара, когда стояла, ласточки, где вили гнезда, особенно по такими железными крышами, здесь вот, ну, навесами, точнее, не крышами, а такими навесами. Некоторые ласточата погибали. И они повторно вили гнезда в других местах и усиленно занимались выводом птенцов. Знаете, за них я больше переживал, чем за своих вот, за свою живность. А сегодня, вот вчера я наблюдаю, и сегодня вот я наблюдаю за ними. Вот два гнезда здесь. Вот два гнезда здесь. И здесь, может быть, поближе подойду. Здесь, над фонарем, с датчиком движения, вот ласточата вылетают из гнезда уже. И спокойно летают. Что там, что здесь. Здесь всего осталось два ласточонка. Там, наверное, не знаю точно, но вот три вот сидела, но там было больше, там около 5 их. Обычно бывает у них 5-6 птенцов. Здесь ласточка, видимо, тоже делает вывод. Обратите внимание, очень высокие гнезда. Дело в том, что там выводы делали не одна семья. То есть одна семья делает вывод, и потом следующие опять тоже делают там вывод. Вон там ласточка, она видна, вот выглядывает. Тоже делает следующий вывод. Это просто разные семьи, а гнездятся в одном месте. Ласточка всегда делает один вывод в году. Вот. Обратите внимание, что здесь вот находится тоже ласточиное гнездо, но под этой железной крышей они здесь, видимо, погибли. Хотя вот ласточка здесь летает, может быть, она здесь насиживает яйца. И интересно, если помните, я вам показывал, в собачьем вольере было, находилось гнездо вот там. Я ее специально убрал после того, как просто отсюда погибли птенцы. Вот. И в будке открыта дверь, специально открыта для того, чтобы ласточка могла свить гнездо вот там. Вот обратите внимание, она сейчас там сидит, у нее там 5 яичек. И она их насиживает. То есть ждет, когда вылупятся птенцы. Вот пришлось прибегнуть к такому методу, можно сказать. Потому как зверь вот охраняет ее. Кстати, птенцы, которые падали вот сюда, он их не трогал. Но в связи с такой жаркой погодой, они просто-напросто погибли. А сейчас несколько дней уже у нас стоит такая умеренная погода. Замечательная. И ласточки спокойно теперь выводят своих птенцов. И вот за них я очень рад, что они уже вылетели из гнезда. Что с одного, что со второго. Вот. Они спокойно уже летают. Особенно вот здесь. Здесь просто была невыносимая жара. Они здесь мучились. Некоторые птенцы упали на бетон и погибли. Очень счастливые птенцы. Очень счастливые родители. Ну и счастливые мы. Потому как все-таки какие-то наши пернатые, они смогли вырасти своих детей. Детенышей. Сейчас они должны, как говорится, окрепнуть, а потом их уже осенью ждет перелет на юг. А наши пернатые по-прежнему растут. Что здесь? Что здесь? Видите, какие счастливые, довольные. Находятся на свежем воздухе, постоянно корм у них здесь.
и картошка отварная, и комбикорм, и зерно. Все у них здесь есть. Я хочу привет передать своим родственникам, которые находятся у нас здесь в Курской области. Это наши новые подписчики. Они недавно у нас были в гостях. Володя и Люба Слюсарь, вам привет с тихого уголка. И они нам привезли несколько мешков картошки. Вам огромное спасибо за картошку. Мы сейчас усиленно ее отвариваем и даем нашим пернатам. Как видите, здесь вот картошка, смешанная с комбикормом. Вот в ведре картошечка также смешана с комбикормом. А здесь у нас уже затарены вот такие маленькие чугунки для того, чтобы потом отварить эту картошку. Володя, Люба, огромное спасибо еще раз за картошку. Один мешок еле-еле уже убил. Вот, так что процесс дальше продолжается. Я думаю, что не успеет она испортиться. Будем постепенно ее варить. Ну, не то, что постепенно, а даже в усиленном темпе. И скармливать нашим пернатам, нашим птицам. Пусть они кушают. Еще раз всем удачи, здоровья и всем пока-пока.